Зима требует особенной внимательности и осторожности. Именно в это время года происходит отравление угарным газом в частных домах. Тихий убийца не прощает ни очищенные дымоходы, ни закрытую печь. Ей все равно, взрослый ты или маленький ребенок. Люди не замечают задымления в помещении, поэтому властями происходит активная установка пожарных извещателей в частном секторе республики. В целях безопасности жителей поселка Кахем администрации было закуплено 50 пожарных извещателей. Сейчас проводятся мероприятия по их установке в домах многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а также участникам специальной военной операции. Применение автономных дымовых пожарных извещателей – один из способов обнаружения пожаров в помещении. Вот некоторые рекомендации о недопущении задымления и отравления угарным газом. Перед использованием печи ее необходимо побелить. Если на поверхности виднеются трещины, нужен ремонт. Дымоход печи необходимо очищать не реже одного раза в 3 месяца. И, конечно же, огромную роль в раннем обнаружении задымления играют пожарные извещатели. Конечно, это на каждом, наверное, думаю, устанавливает пожарные извещатель, так как в последнее время морозы крепчают, и по новостям постоянно показывают, что там был пожар, здесь был пожар, чтобы такого не повторялось. Одна искра может разжечь пламя. Один сигнал – спасти вам жизнь. Установка пожарных извещателей – очень разумное вложение в безопасность семьи и близких. Мерген Оюн, Владимир Сюртюк, Ангар Кучугет, телеканал 2/24.